Мне часто пишут, что в России у них там все хорошо, у них там зарплаты нормальные, и кушают они там лобстеров с морепродуктами. Мне неинтересно. Хотите, что хотите, ешьте. Вот абсолютно индифферентно. Я, может, задам эти вопросы на Ютубе, в Твиттере, в Инстаграме, на Фейсбуке. У меня странички, кроме Твиттера, везде есть. Интересно спросить мнение обычных россиян. Например, сколько стоит зимой для простой российской бабушки лобстер? Ну, хотя бы в приморских районах, там, где океан, например. Вот сколько простой российской бабушке нужно денег, чтобы пойти и купить свеженького живого лобстера? Икры, красные, черные, ну вот какое ей захотелось. Пойти и купила, чтобы зимой простому работяге, например, дворнику в Челябинске, пойти зимой купить пару килограмм клубники. Ну вот захотелось ему после работы в пятницу купить клубники. Или ананас свежий, сочный, ароматный. Вот здесь в Нью-Йорке великолепные ананасы продают. Прям обалденные. $1 и выше стоят за штуку. Прикиньте, да? Я даже розовые ананасы здесь пробовал. Они очень вкусные. Я уехал из России. Мне неинтересно, как вы там живете. Я имею право так говорить. Я отвечаю на комментарии, когда мне пишут, что там средняя зарплата 200 тысяч рублей. Я не верю. Вот я не верю про 200 тысяч рублей в России, и мне это неинтересно. Мне интересно, что происходит в Америке. Про Россию я говорю только в контексте этого канала. Все. А когда мне пишут вот что-то наподобие, заметьте, это не я сказал.